Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 202 тысячи километров. Заменю на нем свечи зажигания. Открываю капот. И откручиваю крышку. Крепится тремя болтами головка на 10. Снимаем крышку и продуваем. Снимаем разъем из катушек, нажимаем на фиксатор и сдвигаем назад. Чтоб не сломать, возьму отверточку, помогу отверточкой. Потихонечку отдеваю отсюда. Все, разъемы снял. Теперь берем головку на 10 и откручиваем катушки. И снимаем катушки. Катушка сухая. Катушка сухая. Катушка сухая. И эта катушка сухая. Также продуваю колодцы. Выкручиваю свечи, головка на 16. Такие свечи и К16ТТ.
зазор на свечах разный. Подгорели уже электроды. Свечи прошли больше 80 тысяч. И нагар в первом цилиндре какой-то не такой, как на остальных цилиндрах. Он мокрый и темный. В трех цилиндрах светлый и сухой, а здесь влажный и темный. Первый цилиндр работает некорректно. А вот из-за чего он некорректно работает? Надо выяснять, то ли катушка, то ли свеча, то ли компрессия. Ну, в первую очередь заменим свечи, потом уже будем смотреть. Свечи беру такие же иридиевые, ИК-16ТТ от фирмы Denso. И устанавливаю их. Надо приобрести головку магнитную, а не с резиновым кольцом. Резиновое кольцо уже, чувствую, подвыработалось. Свечку в колодец не бросаем, вставляем ее аккуратненько, чтобы нам не подогнуть электроды. Здесь закручу, как показано, на 1/2 оборота до ворот. Все, свечки подтянул, устанавливаю на место катушки. Наживляю болты. И подтягиваю не сильно.
одеваю разъемы. Закрываю крышку. Все, свечи заменил, запускаю автомобиль. Вот и вся причина некорректной работы свечки. Это была неисправна уже свеча сама. Сейчас двигатель работает, его не протряхивает. До этого его очень сильно протряхивало. Так что свечи надо менять регулярно. На этом все. Замену свечей я закончил. Всего вам доброго.